доски. Я иду до конца. Я иду до... Доброе утро. Я вчера купила вкусную конфету. Ну что, прямо сейчас мы уже поедем. Вот, поэтому встретимся с вами на вокзале. Ой, капец, какая длинная поездка будет. Эти вещи потом в лагерь возьму. Вот, мне так нравится, как красиво выглядит цвет. Короче, да, пока комнату, пока. Сейчас мы уже поедем. Нет. В смысле, я пишу самое первое. Никого то есть нет на вокзале. Только мой тренер и я. Дали билеты. У нее 22 место. У меня 28. Но мы соединимся. Офигеть. Смотрите, как это стрёмно выглядит. Мы едем на каком-то тонком мосту над рекой. Ладно, мне теперь страшно. Наконец-то мы ждали постельную, мы дождались. Сейчас мы разобьем, и мы сделаем себе стеночку, и будем здесь уже болтать, и есть чипсы XXXL. Ну, только позже, конечно, вот. Да, солнышко такое красивое. Батон, гречка. Ну это XL, это не XXL. Ну блин. Ну как бы тоже. Огурец. Огурец. Кайф, это очень вкусная, вроде колбаса. Свежий. И чай, ну и вот так. Класс. Обзор на Юлианину еду. Вот так. Да. Яшкина. Ты увидел, все по скидону, кстати. Вау. 33 рубля. Ну, это просто фаршированные блинчики. Бай-бай. Такой кофе. Да, кофе еще раз. Бай. И вай. Ой-ой-ой. Типа то, что мы ехали зимой, это вообще другое. Темно. Да. Вау. Сейчас я достану вилку, ложку. Итак, смотрите, мой первый прием пищи будет такой. Ну, сегодня как бы не кушала нормально, не завтракала. Картошечка жареная, две какие-то котлетки. Хлеб уже не удержалась, укусила. Такой сыр. Потом у меня есть овощи, это соль, кофе. А у Влада будет гречка, батон. А что колбасу убрала? Да я убрала, потому что чтобы больше места было пока что. Ну, колбасу что, не будешь есть сейчас? Буду, я буду делать бутерброд. А, ну все, я просто тоже хочу бутерброд очень сильно. Вот. Идеально, смотри. Вау, прикольно так снимать. Я поставила себе что-то там, экспозицию на повыше, сейчас такое прикольное качество. Прям. Смотрите, как в мультике. Сейчас. Вот. Ой-ой-ой. Вот. Классно. Мультяшка прям. Ты гори, значит, свободно. Жестко воняет. Да. Нахер дверь закрыл.
можно увеличиться. Ну, таким ракурсом меня всегда надо снимать, да. В зеркало, смотрите. Фигура мечты. О, май. Остановись. А как ее остановить? О, остановись. Смотри, так пусть. Запашили. Сюда запушилась. Короче, что вам? У нас остановочка. Как 40 минут, да? Да. У нас переставлять будут на топчик. Да, топчик. Я просто посмотрю, сколько в магазине, и сразу в поезд. Окей. В поезде? Да, короче, они вышли на остановке, и их поезд, типа, уехал. А я смотрела Лёшу Столяровок. Они ехали я тоже восток, 7 дней. И они там, да. В Москву когда еще. И они, короче, тоже остались. Магазинчик. Нифига. Прикольно, смотри. Вот, такие чипсы большие. Все, мы решили, что надо поесть чипсы. А что поесть? Чипсы. Это же картофель. Да, это картофель. Это очень полезно. Это что такое? Мада. Мы стоим. Влад, что такое? Кстати, прошел где-то минут 10, как мы по Сейру съели. И в ближайший час. Что пахнет? Болит? Надо размяться. Да, он щелкает. Щелк, щелк. Телепорт, смотри, переход сделай, очень какой эффект. Давай, давай, типа. Сейчас мы появимся. Ой, больно, у меня тут шок. Давай, ты типа, или туда, куда-то, давай, руки типа туда. Подожди. Сейчас мы появимся в нашем плацкарте. Хватит стоять, погнали, убирать. Сейчас мы окажемся в поезде. А мы еще не в поезде. Сейчас мы окажемся в поезде. А мы и в поезде. Так, пока как бы тихо. Сейчас довольно тихо в туалете, поэтому время снимать с животы. Ой, мне реально надо расчесаться. Пуш. Занято. Тут тесно. Да, в том цели даже душ был. Пойдем потом. Бывай. Что происходит здесь? В общем, мы уже едем. А где мы едем? Сейчас мы снимем подписку. Захочу. Фильм про трубочки. Будет в Телеграме видео, так что там смотрите. Да, спойлер, вот. Угу. Легла. Экспозиции добавить? Я не вижу, что я делаю. О, да, давай. I'm going on, I'm going on.
Так, ну все, офигеть, ты посмотри на мои волосы. А я? Как будто я только что закрутилась такая. Вау, я в шоке. Блин, надо на красивом виде сняться. Я пойду отдыхать. Блин, смешно. Проверяем? Нет. Слышал? Короче, нас наорали, то, что мы очень громкие. Папуля прям зашла, нас наорала, которая не командирша, а которая... Короче, а которая просто соседка. Мы еще едем, завтра приедем в 3:23, и мы узнаем, какая гостиница. Хата норм. Красная. По-моему, супер. Все, мы проснулись. Как тебе ночь? Ну, нормально. Нормально, но у меня такое. Глаза капец красные были. Я в 4 часа проснулась, потом еще в 7 или 8. Вот мы впервые сели за окошко. Наше место занято, и поэтому сейчас немного на другой боковушке. Так что да. Ну и ничего, мы здесь тоже породили, тоже сделали себе Wednesday. И нормально. Да? White Wednesday, да. White Wednesday. Мы будем выходить, потом встретимся в Владике. Все, Влада, мы во Владике, дай, дай кулачок. Еее, у нас это получилось сделать. Пипец. Это капец. Короче, я очень стала, мне плетена. Долго довольно идем, ну, минут 7, но я очень сильно устала. Еле телефон держу, я сейчас держу его за кепку. Надеюсь, меня вообще слышно, мне кажется, нет. О, блин, пипец! Очень тяжело. Обзорчик. Ванна, кстати, здесь был таракан. Класс, да. Это я, у меня такая грязная голова, это просто капец. Сорт кунг-фу. Ванна. Парадокс. Такие шкафы, конечно, крутые очень. Но все нормально. И вид, кстати. Вот вид мне нравится. Такое море. Там сразу стадион, то есть как бы недолго. Короче, в целом нормально. Все, мы пошли на стадион. Такая вот я. Я делаю сейчас сразу по летнему, чтобы потом погулять. Хорошо, на спорте. Передай привет вам. Я не понимаю, почему вот тут люди, я думаю, блин, вы такие классные американцы. Да. Ребят, мы в Америке. Завидовать молча, пожалуйста. Короче, все, мы немножко потренировались. Хьюдист, блин, что красиво. Спустя в магазин, потом пойду в отель, в отельную гостиницу. Ну, а так как-то, знаете, по сочинению слова, умою себе челку, ну, не всю голову, потому что просто не успею. Вот, и пойду сейчас гулять с подругой, которая не увижу с этим летом, поэтому как бы надо. Короче, мы делаем кокосовый крабик. Ну, я делаю. 100 рублей всего стоит. Это нет. Да, это случилось. Я в шоке. Блин, если бы не этот день, вообще этим летом бы не встретились, прикинь. Ну, вообще в этом году не встретились. Да, типа, прошло сколько, 9 месяцев. Офигеть. Больше.
с августа. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Так это высокое тепло. Я с каждым годом, когда вижу, ты растешь как-то сантиметров 15. Я сейчас 174,5. Реально? А в том году? А в том 150. Году? Нет, ага, в том году это была что-то 168. Ты что-то мне говорила, я такая, типа, ча, я столько же. А на море белый песок, дует теплый ветер в лицо. Я тебя на 0,5 снимаю, кстати. На 0,5. Где мы? Я не знаю, где. Ты была в гостинице. Блин, короче, ты бежала. Я тоже бежала, но была такая обязательность, чтобы мы видим вместе. Мы в влоге. Хватит худеть. Погнали, ты усидела. Вот где. Переход от Бога. Смотри. Вот, давай что-то реально. Только не я хочу. Стой. Не едем. Я хочу что-то, знаешь, с бусинками. Стой, смотри, сколько браслетов. А ты я все делала. А браслета должно получиться будет 300. Мы купили за 250, нас просто обматерила эта баба, я не могла перевести деньги. Она не могла перевести деньги, и мне пришлось платить наличкой. Да. У нее только 500. У меня только 500, я даю ей 500. Она такая, капец, вы вруньи, блин. Только она, в смысле, она матерится. Серьезно, типа, девочки, я не понимаю, что особенный или что. Начала нас материть. Вон, дала нам сдачу, напишите, я такие, спасибо, все. Где, блин? Она такая, нельзя так делать, а, вы че, блин? Я в шоке, короче. Ну, ничего, знаешь. Ну, ничего. Ну, зато, извините. Это просто очки. Ой. Как это красиво, офигеть! Согласна. Ой. О. Ну, за 250, ну вот да. Ну, четко офигела. Все. Мы зашли в японский магазин, там все очень дорого, я, блин, хотела себе адекватных продуктов купить, то есть я привыкла к своим магазинам, где самые-самые обычные продукты, поэтому мне такие, ну, типа, магазины вообще-вообще непривычные, я прям смотрю на цены, я падаю, нормальной еды нет, я тоже просто падаю. Дорого, дешу. Моя favorite лапша. Реально? Да. Я ее... Короче, мы с другом ее ели на Сахалине, я ему купила, а он блеванул вот эту лапшу, потому что ему было слишком остро. Реально. Короче, можешь мне отвезти в дешевый магазин? Извините, но я могу себе позволить жилетку за 100 рублей. Да, я ей браслет купила за 250. Мы опять вот таким робсом! Пожалуйста, а то чё я оператор на своем канале, на? Да? А чё я нанималась оператором, да. За это ты не платишь за еду? Чё они вот так упаковали? Я с неё в шоке, она из меня деньги вымогает, это нормально? Я тебе могла вообще... Ну, да я за браслеты платила. Ну да, и что, тебя тогда никто не просил? В прошлый раз? Да. Гуляй сама по своему вольвашоку. Пока. А тигрица. Так, я тут залезу. Юлиана залазит, оседловывает. Это я метр 50 беру высоту. Давай. Все, сейчас фотать буду. О, нифига, не знаю, как это есть. Давай. Посмотрите, какая красота. Это просто нереально. Вау, очень красиво. Прям пахнет солью. Офигеть. Вот тут. Давай, попробую я. Короче, надо было поужинать. Мы пошли в столовую, я купила этот вкусный чай. Он реально очень вкусный. И купила салат. Я думала, это не крабовые палочки, а филе. Думала, вау, сейчас поем вот это филешко, вот эти волокна мясные. В итоге это оказались крабовые палочки. В итоге я потратила 80 рублей на куда? Это влог. Короче, это все, это мой влог. И я вам показываю Владивосток. Ой, у меня тут рука была, ну что не надо. Пара штанов у меня еще здесь. Мы идем в отель. Слава, все, мы начали. С нами не сходит. Ты нужен мне очень. Ты что, бежите? А это узбек. Пекание. Иди, иди, иди. Это пошел на съем.
Я, короче, знаешь, что утром я стала тигром. Сейчас. Как же красиво просто. Вот, идите, пожалуйста, сюда. Ты готова это услышать? Нет, пожалуйста. Просто иди сюда, иди сюда. Я сошла, иди сюда. Зайди ко мне, пожалуйста. Зайди, зайди, иди сюда, я стою. Зайди. Зайди, открой глаза, просто посмотри, видишь ли ты? А они что сделали? Мы пошли на ресепшн. Мы пошли на ресепшн, потому что таракан. Мы сегодня хотели смотреть. Это 5 плюс 3, 7 тараканов. Это 8. 8 маленьких тараканов. Это ужасно, это просто. Умри! Реально убийца. Убился. Есть еще? А у меня есть еще. Всем привет, первый день утра. Первый день соревнований, но я сегодня не успею, правда? Вау, смотри, как красиво. В общем, сейчас мы идем в вкусную точку завтракать. Еще мы купили кофе, да, который мы вчера покупали, вообще очень вкусно, за 100 рублей. Сколько? Это просто. Миллилитров 400, либо 350. Ну да, наверное. Короче, вот так, да. Подожди, мы сейчас не так пойдем. Доведи. Посмотри, просто... Просто реально. Почему мы пошли в фикс прайс? Мы случайно, я прям увидела. Вот Владка поднимается. Какие большие вот эта тема. Короче, значит, я что себе заказала? Это творожок за 89 рублей. Я думаю, он будет вкусный, я люблю такое. Это мороженка, типа. Где вкуснее? Они одинаковые. Именно само мороженое одинаковое вообще. А топпинг? Топпинг? Вот топпинг я не помню, какой был вкусный. Вроде вообще даже не пробовала. Печенька. По магните к родителям. Классная тема. Я никогда, кстати, магниты не покупала, ну, не понимала, зачем покупают. Сейчас сама покупаю домой. Смотрите, там типа мост. Сейчас он. Блин. Где мост? А, вон мост. Да. А у меня вот здесь мост. Видишь, сколько здесь напитков? Они такие все прикольные. Вау, ты посмотри. 680 миллилитров. Что такое огромное? Это на кого? Офигеть, смотрите. Здесь самая обычная продукция. Смотрите, какие еще тут сладости есть интересные. Масштаб. Офигеть. Вкусная точка. KFC. Бургер Кинг и KFC. У меня... Я никогда не была в Бургер Кинге. Сейчас прикол еще нашего кота. Короче, мы идем в Литуаль. Я надеюсь, что вкупите матирующие салфетки, потому что мне это очень нужно. Вот мне так комфортно здесь идти, просто не представляете. Прям нереально идти просто. Вот. А вообще, надо поставить на карту, куда нам дальше идти. Смотрите, Бургер Кинг. Yes. И я иду с стаканом кофе. Типа пью, знаете. Это торговый центр, в котором есть Литуаль. Блин, ребята, кто живут в Владивостоке, цените свой город. Это же просто невероятно. Мармеландия, смотри. Вау. Вот Литуаль, который... Смотри. Там еще одна была, она еще острее. Боже. Угу.
что оно прям в горле печет, прям внутри горла. Там еще есть другая, она прям тоже, у нее прям начинка острая. Понимаете, есть острый мармеладки. Не, вкусно, кстати. Приятная горчинка. Мне понравилось реально. Вырубаем. Да. Какие классные магазины, типа. И мы купили. Магните какой-то штук. А мы купили какую-то фигню. Короче, мы закупились. А... Там все так дешево, так классно. Нереальный магазин, правда, здесь рука вся грязная в этом. В моих пробниках. Ой, мы нашли матирующие салфетки по 45 рублей. Короче, мы искали магазины в ритуалах, там, туда-сюда. 300 рублей, 400, 290, 45 рублей. 45 рублей, 50 штук. Ну, соответственно, мы взяли две пачки, получается, 100 штук за 90 рублей. Это короче, вообще... это круто. Вот. Сейчас мы здесь идем, мини-маркет, кстати. Короче, вам совет просто, я даю. Сначала куда приезжайте, обсмотрите весь город, все магазины, а потом уже выбирайте, ну, где подешевле, где получше, потому что мы купили это говнище. Мы купили... По итогу я купила еще, только лучше, хотя могла не тратиться. Мы еще про магнит. Плюс я купила этот вонючий антисептик. 50 рублей, короче, не нужен. Да, 45. Да, ну, трекаж 3, дорогие. Да. Вот для чего нужно. Сейчас мы здесь. Красота. Я хочу купаться. Мы здесь, кстати, фотографировались вчера, но вам показывала. Так, кстати, ногтя нет, тут босы. Вау. Еще песенка прикольная. Вообще очень красиво здесь. Ничего не вижу. И, короче... Начался дождь. Ну, теперь Жан. Побежали, побежали, реально побежали. Не нагружайте ноги, говорили нам. И телефон, в смысле, сейчас намокнет. У меня пакет намокает еще. Фу, грязная будет. Посмотри на мою голову, Влада. Что же я купила? Вода это не то. Мармеладки. Ну, это не голодно, потом хочу острые съесть. Папайя. Поездку. Магнитики уже классные, наконец. Тетрадку за 10 рублей. О! Потом самый крутой магнитик. Матирующие салфетки, кстати, надо попробовать сейчас. 45 рублей вообще. Помада здесь, типа, она очень красиво выглядит. Вау. Ну и хороший вкус. Сок. А сникерсы твои, да? И бархатные губки с колой. Топочку еще. Всем привет! Добрый вечер! Мы сейчас идем в ресторан? Я! Точнее, в столовку. Просто бедных детей накормить. Сейчас. Тут реально классные каналы, смотри. Сантехника вот. О, Лазарев. Бузова, смотри, реально Бузова. А второй день соревнований. Я думала, что у него нету воды. Класс. А, сейчас мы идем в вкусную точку завтракать. Мы там будем недолго. Прям очень быстро покушаем. Потом получается, сейчас 10 часов. В 11 мы должны же выйти на стадион, там размяться. И в 12 соревнования. Короче, надо прям успеть все быстро. Единственное, что... Единственное, что, так это болит нога, ноги. Да. А, бедра. Из-за того, что много поднимаемся, мы туда-сюда. Вот, короче, мышцы такие дела. Надо что-то не мышцы. Наш завтрак, мой это чиабатта. Мне со второго раза сделали, кстати, зеленый чай. А у Владочки получается три сырника, джем 35 рублей, офигеть. А этот чай. И вот. А, им пустая бутылка у меня. Зайдите в манеж. В любую погоду, в дождь, град, снег. А, там же бегут. Это капец, мы сейчас будем просто прыгать в лужу. Будем бежать просто с лужей. Смотрите лужу. Офигеть. Это в смысле мы оленя? Ау, возьму себе. У нас тут сушки
типа думаешь. Короче, ну это пиздец. Мы сейчас идем уже в отель, потому что через 15 минут все, нас туда выселяют. Я купила все-таки вот эту умывалку, которую хотела, спонжик. Потом купила интересный хайлайтер. И что еще купила? Что это там накупила? Щипчики. Ребят, вот наш место. Хочу вас поблагодарить за просмотр. И всем говорю из подкарта. Пока!